Бот без всякой посторонней помощи прикрывается дверь, а затем само собой начинает двигаться кресло. Позже его в порядке эксперимента попробовали передвинуть точно так же. Получилось с большим трудом. Исследователи паранормальных явлений не считают эти события из ряда вон выходящими. Полтергейст посещает больницу только ночью и не наносит маленьким пациентам никакого ущерба. Они о нем даже не подозревают. Если это будет что-то аномальное, мы дадим рекомендации, как устранить эту аномалию. По-настоящему боятся движущихся предметов только охранники. Они с большой неохотой дежурят в ночные смены.